За ходом уборочной кампании Федерация профсоюзов Беларуси сочить особливо пильно. У центре уваги все питания, от выполнения правил техники безопасности до доставки ежи на палетки. Урешті, от правильной организации процесса залежит и харчовая безопасность страны, и здоровье работников. Уборочная кампания – это кульминация, это сегодня результат работы всего года. И, конечно, сегодня в целом работа идет активная. Там, где, сказать, надо, необходима помощь, помогают все. Нету сегодня равнодушных, так чтобы кому-то обратились, заводу, предприятие и город, он сегодня тоже здесь, он сегодня помогает. Главная мета визиту старшини Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды у регион – выказать свою удячность и повагу героям сёлетней уборочной. У открытом акционерном товаристве «Бабовский» ушановывают два молодежные экипажи, которые намолотили 1000 тонн. Віншаванні и подарунки отримливают Виталь Берещенко и Артем Москалёв, а так само Максим Калыхан и Павел Андрицкий. А малю кожного за плячима в опыт працы на комбайне. Однако такий выник у першиню. Сложно, не сложно, но это не случайно, уже 9-й сезон на комбайне. Скоро же еще работал помощником постоянно. И не первый раз так по району занимал места. Свои подарунки отримали и верные спадорожницы механизаторов, их жонки. Жанчинам у гарачую пару так само непросто. Працовать комбайнеры починают с раницы, а до дому вертаются не ранее, чем у 23 годины. Марина Калыхан, но незручности уваги не звертая. Головное – поспехи мужа. Приемно, коли праца оценивается по заслугах. Каждый год старается быть первым, но получается второй. Вот. Ну, один раз только был первым. Вот. И, конечно, за него гордые мы, и родители наши, и дети старшие. Приятно видеть, я вам скажу, молодежные два экипажа, которые сегодня дают фору старшему поколению. Они же сегодня тысячники и два молодых экипажа. Вот я смотрю, как стояли их наставники, даже вот это понятие наставничества, когда вот они стоят, смотрят, ну молодцы. Я же вижу, они даже не завидовали. Они наоборот где-то так вот говорили, что ну молодцы хлопцы, что показали даже и лучше нас. Ну потому что молодежь вперед, значит и есть уверенность, что завтра все тоже будет у нас хорошо. Отпочивать после урочистых віншаванняў нема часу, зерня не чакая. Комбайнеры знов садятся за штурвалы и выходят на палетки. Одиной перешкодой сёлета для их стали дожджы. Калі б не на дворе, уборочная у господарцы была б уже завершена. Покуль неба чистая, спадзяюцца финальную кропку поставить до конца этого тыдня. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.